Ощутив теплоту своего дома родной, переступив порог, закричать, как будто из души потаенного кармашка, на ее глубинах раскрылся словно маленький цветочек, как мышка проскользнуть на кухню и тихонько прошептать на ушко: а можно курицу ли съесть? Увидеть ответ одобрительный кивок, словно легкое колебание ивы. Я ставлю греть курицу и отхожу омыть ладони, возвращаюсь назад, а там 3 из 8, блять. Батя, где остальные 5 кусков? Так я свою долю, сынок, забрал. И на мать тоже немного взяла она, и стало свое. Весь тогда я платил все один, и бучи налоги выповсюду, идите нахуй, оставьте курицы кусток, и бучи налоги выповсюду, верните инструмент музыканту, приобрете гитару на последние гроши, совместно с матерью объединившись, отлучись отдохнуть на одиночка, вернувшись увидеть кровавую пустоту. Мама, мама, где гитара, откуда деньги на моем столе? Еще лишь час от покупки инструмента она тихо-тихо только промычала. Батя сдал гитару ломбар, и вообще налоги выповсюду, идите нахуй, оставьте курицы кусок, и вообще налоги выповсюду, верните инструменты музыканту, последнюю крошку заберут, ведь целую буханку изо рта вырут, не лжу, лишь отобрать, и вообще налоги выповсюду, идите нахуй, оставьте курицы кусок, и бучи налоги выповсюду, идите нахуй, музыканты, бучи налоги выповсюду, идите нахуй, оставьте курицы кусок, и бучи налоги выповсюду.